Такое ощущение, что вы сегодня можете быть довольны тем, как команда выполнила тренерскую установку. Строгая игра в обороне, дисциплина, прежде всего порядок сзади, а уже потом контратакующая игра. Может быть, мое определение того, что произошло сегодня, не совсем правильно. Вот ваша точка зрения. За счет чего в матче двух равных команд Латвия оказалась выше Молдовы? И, может быть, вы не согласны с тем, что это равные команды? Ну, я с вами согласен. Мы все-таки строили игру от обороны. Прежде всего, мы хотели наладить наши действия в обороне. У нас достаточно новых игроков было. И, в принципе, план действительно удался. Мы на контратаках создавали моменты. Да, сегодня в каких-то моментах, может быть, там и повезло. И на последнем рубеже отлично сыграл наш вратарь, капитан Бондарс. Ну, мы хорошо оборонялись при 4-5, это было больше полвторого тайма. Могли тоже забить и в пустые ворота. Ну, мы, наверное, уже строим планы на основной раунд через призму предстоящих игр. А вот в связи с этим, извините, интересен вопрос. Вы выбрали Молдову спарринг-партнеры, потому что следом Румыния или потому что вы хотели получить команду по стилю примерно одинаковую с румынской сборной? Ну, я, может быть, закончу по первому вопросу. Я думаю, что да, мы примерно одного уровня команды со сборной Молдовы. У них есть свои плюсы, у нас свои. Наверное, преимущество своего поля все-таки у Молдовы было. И мы начали не очень хорошо все-таки. Покрытие к нему надо было все-таки привыкнуть. Ну и мы готовились к этой игре, видели, что особенно первая четверка – это хорошего уровня, потому что они играют как раз в чемпионате Румынии и в ведущих клубах. Как раз мы, соглашаясь на это приглашение, мы видели как подготовку, как сборной Румынии в том числе, поскольку здесь похожие стили, игроки играют там. И во-вторых, это здесь все-таки и акклиматизация. И здесь нам по многим причинам нам было удобно, потому что здесь уже близко до места основного раунда. Довольны вы? Выполнили все, что хотели вот в этой поездке, находясь конкретно в Молдове? У нас еще здесь 3 дня. Сбор. Вы поедете уже под самый матч? Как раз мы будем готовиться на Тарафлексе. Здесь покрытие, которое будет в Румынии похоже. Тоже это один из моментов выбора Кишинева. Ну, конечно, всем я не очень доволен. Наверное, сегодня больше самоотдачи и были ошибки, они всегда будут. Ну, хорошо, что мы выиграли, это придаст, наверное, уверенность, обольщаться не надо. Понятно, что там сборная Португалии, Румынии, ну, как минимум, не слабее сегодняшнего соперника. Но я думаю, что мне понравилась сборная Молдовы, хорошая, мастеровитая команда. Я хотел бы пожелать тоже вам удачи в основном раунде. Вы также вышли, как и мы, в основной раунд. Мы будем 4-й корзины, нам будет нелегко, но... Пускай удача будет тоже нам. А мы тоже хотим вам пожелать удачи. Нам будет приятно, когда мы будем узнавать, что латвийская сборная завоевала какие-то очки уже во втором раунде. И будем вспоминать этот матч в Чулеску. С пожеланием удачи вам и большое спасибо за интервью. Спасибо большое вам. Спасибо.